Специализированная опция. Включить сглаживание кадров. Кадров. Так, давайте дорога на Берлин. Контент. Так, у меня, значит, что есть? У меня есть три таких медали. Так. О, мне не хватит трех медалей до конца. Чарт. Я уже назвал видео финал. Так, у нас есть вкачанный ИС и вкачанная 34. Ну давайте на Т-44 прокатим, посмотрим, как оно. У него мне нравится, что заряд Катюш прям бодрящий. Вот. Но несмотря на свою форму от 44-ки, то он почему-то не танкует вообще. То есть его пробивает еще хуже, чем обычную 34-ку 85-ю. Не знаю, в чем дело. Вот, но зато заряд Катюш способен убить, не знаю, с трех зарядов Катюш, по-моему, тут любой танк можно слить. Самое главное, Федю, это да. Короче, 44 мне нравится. Никого не щадить! Сдерживайте наступление как можно дольше! Не Мы щадить. не продвинемся, пока не захватим указанный район! Не щадить очко. Не щадить очко, товарища! Ну что, друзья мои, за дедов отомстим этим пикселям. Блять. Утюг фюрера прямо по курсу. Так, ну постоянно комментировать как идиот я не могу. Один готов. Да, озвучечка. Так. Да, почему ты не танкуешь, ёлки-палки? Я не знаю, что с ним не так, но он не танкует вообще. Начало здесь какое-то жесткое, блядь. Вот этот вот пустырь, он прям вообще... То есть все враги у тебя на виду, и в итоге тебя фокусят. Так, кстати говоря, на меня еще арта не заагрилась, это хорошо. Давай, арт-удар, давай, давай. Так, Катюшу кидаем, но сразу на Федю. Ну все, самый жопный враг уничтожен. О, мы еще даже подожгли кого-то мимолетом. Но я же его поджег-то, елки-палки. Что это поджигание работает как-то непонятно. Оно то включается, то не включается. Вот, но среди карт на дороге Берлин, по-моему, это и с маузами самое легкое, потому что на этой карте последняя катка в городе, а там тигры разделяются и, ну, не пробили, блин. И в итоге один катается вообще в одну каску, его можно просто окружить и расстрелять со всех сторон. Вот, а второй в общей куче, но его все равно можно расстрелять Катюшами. Так что это прям... В отличие от... В отличие от другой карты. Так, поехали на горку. Блин, у меня мало ХП. Сейчас будем работать по засвету. Самое главное, чтобы меня не засветили, пока я стреляю. И будем сейчас по засвету накидывать. Так, нет, все слишком далеко. Давайте, утюги фюрера, я не боюсь вас. Покажите, на что способны. Show me to God, или как она?
За Сталина, за Родину. Блин. Ёбана в рот, блядь, я в засвете. Какой ужас. Реактивные минометы за работу. Мы подожгли их. Да, блядь. Ай-яй-яй-яй, танкуй, танкуй. Ну где мое умение-то поджигать пуканы, елки-палки? Зажигательные заряжены! Блять, не пробил, да просто обосраться. Блин, самое полезное умение это поджигать пуканы, ну в самом деле. Перезаряжается просто полкатки и... И эффективность его просто поражает. Так, еще надо 10 единиц техники уничтожить-то. Не время расслаблять пуканы. Сжали очечила. Что-то мне кажется, мы просрем. Хотя на дороге на Берлин не всегда так кажется. Блять. Я в засвете. Продолжайте выполнять задание. Блин, ёлки-моталки, что-то... Блять, надо арт-удар, надо эту хуйню куда-нибудь слышите кинуть. Слышите, мой ракет? Это наши Катюши! Блин, ну ни в кого не попал-то, вот ведь криворукий мудак. Эта машина теперь негодна. Нам надо уничтожить еще 5 танков, а у нас 1,5 минуты. Кажется, все понятно. Давайте, ИСы, делайте красиво, ёлки-палки. Да блин, да вы чё, ёлы-моталы. Чё ты там, вы там дрочите вдвоем, блядь? Кого они хоть убивают, я не могу понять. Вот эти двое чебуреков, они там чего они делают-то, блядь? Да. Уничтожьте врага в указанной зоне. Прям печаль печалечная. Так, теперь я помню, что здесь нужно держать позицию. А держать позицию, по-моему, нужно где-то вот куда-то сюда ехать. Так. А. Нет, сюда не надо ехать. Надо ехать в бочину. Там будет фокусить арта. Ну, по крайней мере, меня она там всегда фокусит, когда я туда подъезжаю и начинает всаживать по щам просто. Так, Федя. Так, Федю засветили. А вот и Катюши. На Федю сразу. Катюшу, потому что эта тварь слишком много дамажит. Ну что ж, держим фланг. Ого. Кто-то сделал... Так, блядь, начинается. Кто-то сделал ему взрыв пукана. Так, вот, вот эти сволочи, блядь, они вот где-то здесь, блядь. Да ёб твою мать. Да ну пиздец, да ты что, блядь? ВБР меня только что просто выебал, блядь. Просто взял и выебал, блядь.
Ну, охуенно, блядь. Блять, 1% остался у этого самого. Ну вы серьезно? Блять, ебаная арта, блять, сука. Просто, ну ёб твою мать. Блять, да ёбаный ты, сука, пидор, блять. Просто, блядь, начинает вот арта фокусить, и все это просто какой-то полный пиздец, блядь. Ты нахуй не знаешь, куда деваться. Тебя просто, блядь, берет и выебывает арта, причем неважно. Даже ты в движении. То есть снаряд просто, блядь, на тебя наводится и попадает. Ну, пиздец какой-то. Они отходят! Добейте противника! Сраные, блядь, артоводы. Блядь, даже в этом режиме просто все ненавидят арту. Враг пошел в контратаку. Остановите его. Так, ну вот на этой контратаке можно, в принципе, и здесь поддержать позицию. Но здесь могут продавить. А еще у меня ни хрена нету ХП. Зажигательные заряжены! Да, ёбаный в рот. Я не понимаю, вот он стреляет фугасом. Вот этот элит, блядь, там пазик какой-то непонятный. У пазика видно, что пушка какая-то, я даже не знаю, там 50-миллиметровая какая-то просто ковырялка. Как он фугасом столько отнимает каждый раз? То есть фиксированный урон фугасом идет там по 100 единиц, да ёлки-палки. Противник вызвал подкрепление. Блять, сраный обстрел. Да ёбаный в рот, куда прятаться-то, блять? Не сдадим победу за деда. Давай, блять. Давай нахер. Танкуй, блять. Ёб твою мать. Так, в какую-то жопу заехал, и что-то явно идет не так. Бля, это ж что за хуйня-то? Реактивные минометы за работу! Враг полыхает! Удачно попали! Продолжайте выполнять задание! Да что такое, блядь, там какая-то жопа, тут какая-то жопа. Вебер, тебя ебёт. Зажигательные готовы! Когда хочет, тогда ебёт. Быстро, меняйте машину и обратно в бой! Ну что, блядь, такое-то, блядь? Это четвертая волна, блядь. Тащить, тащить, тащить. Да ну нахер, я только появился. Кто меня светит? Так, две техники. Блядь, четвертая волна сейчас закончится. Я слился и не накопил сразу удар артиллерии на эту. На элитный танк. И это плохо. Вот, что у него за ковырялка? Как он, блядь, фугасом отнимает дамаг? Ёлки-палки. Наконец-то достойный противник. Блин, 60 секунд.
Ну, до моей главной ульты еще до хрена. Можем и не затащить. Так, элитный танк, он где-то здесь первый ездит. Но там сбоку бьет арта. Так, аккуратненько вылазим. Да что ж ты, блядь? Так. Ну куда ты, блядь, кинул-то? Ёбаный ты, сука, ишак тупорылый, блядь. Охуеть, блядь. Вот это ишачина криворукая. Просто кинул удар Катюши и не попал никуда вообще, блядь. Молодец. Так, вот тут сейчас арта будет вкусить. Где этот, блядь, элитный, сука, танк? Он где-то здесь ездит. Слышите, мой ракет? Это наши Катюши. Зажигательные заряжены. Точно в цель. Да с поджогом. Ах ты, сука, ёб твою мать. Быстро занять места в новой машине. А, я думал, С2 объедет его по левой стороне и... Помните о боевой задаче. Ну, понятно, не тратьте время попусту. Нет, это мы не затащим, это уже, это 100%, потому что... Потому что непонятно, что делает наша компания. Я не понимаю, кого они, блядь, убивают. Может, второй элитный танк это у нас Тигр там ездит. Да, да, второй элитный танк Тигра, мы начали с Мауса. Ну, хуй его знает. Блять, ну блять. Пиздец, блять, где он там есть-то? Время на исходе. Ну, пиздец, блять. Может, и затащим, смотри-ка. Сейчас у меня ульта откатится, главное не сдохнуть. Ну или может кто-нибудь сзади подъедет. О, Исова убил. Ух ты, да еще и с подрывом. Каким-то, сука, чудом, блядь. Так. Сколько мне дадут очков? Ну-ка, ну-ка. Вы справились! Противник еще долго будет зализывать раны. Да пусть хоть жопу зализывает. Так, 12.63. Я каждый раз не понимаю, от чего зависит это число. Но я помню, с бонусом самое большое это было 2000 вот этих непонятных очков. Так, я по статистике... Нихуя себе, блядь, 18 тысяч кто-то настрелял. Да ну нахуй. Да вы чё, пиздец. Это как так-то? 8, ну ладно, 15. Окей, это хорошо сыграл. Там 14. Ну окей, 11. Но зато арт-удары полезные. 18 тысяч. 18 тысяч. Да как так-то? Я теперь хочу на С2 БСЕ скатать. И тут я заподозрил игрока в том, что он читак, потому что 18 тысяч, это, извините меня, это как так? Такого я еще не видел. На мой взгляд, это чересчур много, то есть, ну, откуда такие цифры?
Так, эта карта у нас с маусами в самом конце. Каким-то бункером там непонятным. И честно сказать, вот тут я вообще не понимаю, как получается тащить, потому что карта, на мой взгляд, достаточно жесткая. Правда, не такая жесткая, как... Я даже не знаю, как одна из самых первых карт, я не знаю, как она называется, где под конец есть два направления, которые контрируют два Фердинанда, и все, непонятно, что с ними делать. Мой ждистов, советский деструктор, 122-миллиметровая пушка Победы. Из 2, блядь. Ну что ты меня толкаешь? Что ты, блядь, объехать не можешь? Или чё, ёбаный твой рот? Задедов, бать вашу. Так, сейчас тигр меня будет наказывать. Ёбаном, блядь. Что-то тут идет не так. Куда-то я явно не туда заехал. Вас понял. Батарея развернута и готова к удару. Блядь, убейте его как-нибудь. Да как он, блядь, просто это делает? Я не понимаю, как тут арта закидывает за любое вообще препятствие. Просто арта, блядь, берет и закидывает. Как от него нахуй прятаться-то, ёб твою мать, блядь. Сука, что за хуйню он творит? У него просто снаряд сверху вниз, блядь, падает. Как такое, блядь, вообще происходит? Блять, его еще с поджогом не убивают с одного выстрела. Это же пиздец какой-то, блять. И сейчас мы как ультанем, блять. Вообще просто, блять, ульта, которая не отнимает ни хрена хп вообще. Мы обратили врага в бегство. Да пиздец, блять, врага обратили в пепел, как наши деды воевали. Ёпта, блядь. Контратака! Готовьтесь отбиваться! Нам не страшны контратаки, пока у нас есть водка! Блядь, надо ультануть. Куда там сюда? Приказ понял! Батарея, огонь! Давай, Ис, держись, блядь, танкуй. Ах ты, пидор, блядь, приказа умирать не было. Расстрелять этого уёбка. Сдать его в KGB. Блядь, сука. Вот так, солдат, надо держаться до последнего, блядь. Получать защеку, но не сдаваться. Так, с нами Т-26Е3. Я, блин, первый раз вижу, чтобы какой-нибудь идиот на америкосах катал. Кто ж, блядь, на Берлин на америкосах едет? Понятно же дело, это был... Как оно там был-то, блядь? Хохляцкий Т-34 или чё, типа того. Они наступают! Приготовиться к отражению атаки! Как там это самое? Хохляцкие солдаты освобождали людей, а советские, значит, не знаю... Устраивали геноцид немцам. Типа того. Ты педрила, блядь. Сейчас я тебя накажу, блядь. Давай, иди сюда, я покажу тебе свою большую советскую любовь. Да, сейчас она вылетит из моего пеструна. О, блядь. Держите меня. Да что ж такое-то, эти
блядские немцы едут и едут. Когда они поймут, что война давным-давно закончилась. Ёб твою мать, блядь. Опять что-то идет не так. Сука, спасите меня в пизду. Получи, ёбаный, блядь, сука, транглодит. Пейте его нахуй, кто-нибудь, этого пидора, блядь. Боевая задача не меняется. Продолжаем бой. Ух ты ж, нихуя себе, что тут стоит. Ой-ой. Так, ну получать по щам от тигра я не хочу. Он меня может сваншотить. Бля, он сюда едет. Ёб твою мать. Да иди нахуй, техника, тебя было построено там, блядь, 3,5 штуки, ёб твою мать, блядь, пошел в пизду, ебливый тигр. Мина установлена. Вот так тебе, блядь. Ждем гостей. Уничтожьте врага в указанной зоне. Ёб твою мать. Так, сейчас будет не менее жесткое убивание. Потому что там, опять же, есть арта, она фокусит, а прятаться просто некуда. Блять, арта уже начинает стрелять. Прятаться тупо некуда, блять. Педрила на ИСе, что ты, блять, мешаешь мне стрелять? Я хочу 18 тысяч урона набить, как какой-то мудак в прошлом бою сделал. Блять, все меня, блять, ебет немецкая арта. Ммм, пидоры, блять. Ммм, сука, блять, за деду, блять. Приказ понял. Батарея, огонь! 100 хп, почему так мало, блядь? Написать рапорт в ГУЛАГ их, блядь. Весь артиллерийский расчет, нахуй. За дедов, блядь. За победу, блядь. Ебливый тигр, не смотри на меня. Правильно, блядь. Правильно. Так. Кого тут можно еще убить? Война сделала из меня машину. Машину анонизма, блядь. Так, блядь. Ага, сейчас на него 34-ка накинется, на его железный немецкий член и начнет ломать его своей жопой. Не, походу дело не накинется, потому что он дебил, блядь. Или может у него жопа недостаточно крепкая, я не знаю. Так, у нас есть ульта. Бойцы, не забывайте о своем задании. Ультанем. Минное поле. Минных какашечек. Ах вы, сука, пидоры, блядь. Сейчас я вам тут устрою, блядь. Сейчас, блядь, кувалды Сталина вам пом... Да какого хуя снова такой маленький дамаг? Расстрелять, блядь, нахуй. Доложить Сталину, блядь, сука. ЦК, КПСС, блядь, КППБ, блядь. ВКСУ, блядь, нахуй. Разберется, блядь. Почему ты не сдох, ёбать, блядь. Не дайте ему уйти. Неужели враг на полном серьезе отряд, предполагал, что у него есть последнего. Надежда на успех, бля. Сука, это еще кусок карты-то не открылся, блять, я заехал в какую-то жопу. Сейчас меня тут сольют. Врагу не сдается наш славный Иван. Так, блядь, танкуем. Вот так вот, блядь, на последнем издыхании. Жах, и взрыв боекомплекта. Вот он, снаряд намоленный. Поцелованный лично верховно главнокомандующим, блядь. Ну все, в атаку, блядь. Готовимся ломать их хуеб колено. Сейчас эти злоебучие фрицы, блядь, сука, вкусят силушку богатырскую, блядь. Враг стягивает силы. Сука, промазал.
доложить, как это могло произойти. Да, блядь, не пробил. Сука, что за пидор ковал этот, точил, блядь, снаряд на своем станке. Какие-то дети, блядь, немецких фашистов устроили тут, ёб твою мать, блядь. Диверсию, блядь. Промазал? Кто пристреливал это оружие, блядь? Да у меня, блядь, хуй, блядь. Это прямее стреляет, блядь, чем эта пушка, блядь. Вот так вот, блядь, только что наводчик из своего собственного ствола сделал выстрел и пробил. Этим, блядь, фрицам повезло, что, блядь, весь экипаж не дал дуплета. Так, ну не знаю, как можно 18 тысяч дамага настрелять. Пока что у меня явно не получается. Бля, Питер, где-то там есть. Ого. Ничего себе, у нас что тут катается. Батарея развернута и готова к удару. Ах ты говно косое, да что за... Не тратьте время попусту. Да ёб твою мать. Блять, давай, 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 перезаряжайся. Кого он там целится? Главное, что не в меня. Блять, ах ты. Уёбок, блять, в меня начинал целиться. Так. Сейчас тут полезут маусы злоебучие. Один будет слева, другой справа. Вот. И сейчас я подкрадусь, короче, и буду поджидать Мауса. В засаде, в болоте. Я как блядский спартанец, но только на танке. И за компом. Так, значит, ну куда-то сюда. Понял. Батарея, огонь! Эй, чё за хуйня? Блядь. Генерал не звучит. Это не генерал. Это генерал, но только с огроменным хуищем. Вот так вот. Мины заложены. Добро пожаловать. Куда, блядь, добро пожаловать? Чё ты несёшь, ебанутый дебил, блядь? Это хуета смотрит на меня. Мой, блядь, план по остановке, блядь, не работает. Кажется, только мой собственный IQ остановился. Так. Ну, блядь, этот ебливый, блядь. Этот пидор, блядь, на меня смотрит, а никого рядом нету. И чё, блядь, и как его убивать-то? Я один тут, блядь, и где все-то? Нихуя себе у него пушка опускается, блядь. Это что за читерская ебань, блядь? В варгейминге, блядь. Немцофилы, блядь. Понаделали немцев, блядь. Характеристик, сука, несуществующих. Пидоры, блядь. Их бы, блядь, при советской-то власти всех, блядь, на Колыму. Сука, убили. Быстро! Меняйте машину и обратно в бой! Ну вы, блять. Ну это пиздец какой-то. Ну серьезно. То есть команда вместо того, чтобы сливать маусов, то есть по правой стороне маус не слит, блять, даже наполовину. Здесь один, сука, я один, блять, и почему-то у мауса уже половина ХП нету. Чё, блять, за хуйня, блять? Чё, сука, охуели, блядь, пидоры, блядь. Эти долбоёбы даже не могут нормальный арт-удар сделать. То есть он, блядь, куда его кидает, блядь? У него же есть обратный отчёт. Ты... Ну это же надо учитывать-то, ебать, колотить, блядь. Бойцы, не забывайте о своём задании. Ну охуеть, блядь, и чё, и как его убивать, блядь? Долбоёба кусок, блядь. Thank you.
Да пошел-ка ты нахуй, блядь. Ебучий, сука, фриц, блядь. На своей хуете фугасной. Да пиздец, блядь. Сука, ах вы пидоры, блядь. О, ах вы шлюхи, блядь. Координаты принял. Сейчас не хочу убить. Ну, этот пидор, блядь. А, нет, я его, смотри-ка, убил. Ха, профессионализм. Победа. Нихуя мы даем. Затащили, блядь. Затащили. Благодаря мне, блядь. Да, сука, бля. Так, глянем, на каком я месте. Вы серьезно потрепали врага? Приказ выполнен. Да охуеть, блядь. Все хуи переломаны. Серьезно, эта игра треплет мне нервы, когда происходит какая-то ебань. Вон, 144 теперь. Так, 144 это потому, что я на первом месте по дамагу или почему? Наверное, так. И есть еще один жетончик. Один. Ёпт, бля. Неужели сделать еще один бой? Хотя я до сих пор не вижу новых донатов. Нет, пойду-ка я, наверное, куплю себе какую-нибудь булочку, новую бутылку, чтобы сесть на нее и всякое такое. Спасибо всем, что вы смотрели эту хуйню. Подписывайтесь на канал. Вот. Пишите комментарии и все такое. Что-нибудь жмите. Ёпта.